Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать вот такую вот девочку аниме. Первое, что мы делаем, это измеряем ее карандашом. Вот так вот. И этот размер переносим на бумагу. Вот, отмеряем вот отсюда до сюда. Вот. Такой у нас длины будет. Далее измеряем ширину, вот так вот, отмеряем и рисуем. Теперь линии волос измеряем. Или лучше вот отсюда вот измеряем, где у нас будут брови. Потом измеряем также, где глаза будут. Вот, переносим сюда, вот здесь у меня будут глаза. Здесь я буду рисовать ей глаза. Далее идет сразу же нос, вот здесь вот, вот нос, и вот здесь отмеряем, у нее будет рот, это будет рот. Вот мы уже отметили, где что будет, и сейчас начнем рисовать. Рисуем брови на одной линии, теперь рисуем глаза. Теперь рисуем здесь носик рядом. И ротик. Эти линии можно стереть, чтобы вам лучше видно было. Рисуем прическу.
берем маркер и все это вводим. Сначала мы вводим прическу. Я рисую брови такие и глазки начинаю рисовать.